Творить добрые дела всегда важно и никогда не поздно. Строительная компания «Монолит-05» периодически устраивает благотворительные акции для социально уязвимых слоев населения. В этот священный месяц Рамадан они также решили не остаться в стороне и подготовили продуктовые корзины для нуждающихся, которые будут розданы через благотворительный фонд «Инсан». Все подробности у Асель Манаповой. Не оскудеет рука дающего посредством садака. А в месяц Рамадан милостыня является одним из лучших деяний. Руководитель строительной компании «Монолит-05» подготовил коробки с продуктами первой необходимости для малоимущих семей Махачкалы. В этих коробках продукты питания, такие как сахар, крупы, масло, сладости. В общем, все, что необходимо для того, чтобы приготовить для себя ифтар, для своей семьи. Ну, нужно учитывать, что у нас одна коробка для одной семьи. Акция «Одна коробка для одной семьи». Для того, чтобы продуктовые наборы попали в руки действительно нуждающихся людей, директор строительной компании обратилась за помощью в благотворительный фонд «Инсан», чтобы они предоставили ей список людей, которые находятся за чертой бедности. В течение всего месяца Рамадан семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, получат от «Монолит-05» коробки с продуктами. Патимат Лабазанова стала одной из первых, кто получил такой набор. По словам женщины, это огромная помощь в это нелегкое время. Ой, ну конечно, большое спасибо, это большая помощь. И тем более в такой месяц это неоправданно, ну, настолько сильно вот помогает всем, вот, которые вот несчастны, нуждаются. И вот в данный момент сейчас, например, с продуктами тяжело что-то вот приготовить такой месяц. Ну, и тем более с работы сейчас проблема, вы же знаете, какое сейчас это время. Поэтому большое спасибо вам, мы действительно очень благодарны вам. И у меня дочка, спасибо, сладости там даже поставили. Рамадан – месяц, который наполнен огромным духовным богатством и наградой. Месяц возможностей, которые мы не должны упустить. Ведь известно, что добрые дела, независимо от того, большие они или малые, священный Рамадан приумножается многократно. Асель Манапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.